У социальной поддержки мы восстановили выплату премии губернатора работникам культуры в размере 100 тысяч рублей, увеличенные губернаторские стипендии одаренным детям. И мы, их размер уже не менялся с 2002 года. Сам присутствовал на этих встречах, видел улыбку и не только учителей, но и самих детей, потому что они это заслужили. Осуществили выплаты ко всем профессиональным праздникам, Дню воспитателя и 5 октября, к Дню учителя, где соответствующие выплаты мы также будем производить.